Всем привет, друзья, на связи Телегин Денис. Сегодня мы будем отделывать декоративной штукатуркой караед балкон. Балкон у нас утеплен, и стоял вопрос, чем его отделать. Были варианты пластиковые панели, покраска, но мы все-таки решили остановиться на декоративной штукатурке. У нас будет готовая штукатурка фирмы Gnauf Diamant Karayed. Эта штукатурка на цементной основе, поэтому ее можно применять как для внутренних работ внутри помещения, так и для наружных, для отделки фасадов. Из инструмента нам понадобится металлический полутерок для нанесения штукатурного раствора и пластиковая терка для того, чтобы его затирать. Но перед тем, как приступить к работе, нам необходимо будет избавиться от пыли. Поэтому мы пропылесосим все стены строительным пылесосом и загрунтуем их. И только после этого мы можем наносить декоративную штукатурку. Итак, мы пропылесосили стены, мы их загрунтовали, и пока грунтовка сохнет, я расскажу пару нюансов, на которые необходимо обратить внимание при работе с декоративной штукатуркой. Когда мы будем затирать штукатурку теркой, мы можем затирать ее сверху вниз по вертикали, чтобы получить вертикальные полосы. Мы можем затирать ее слева направо по горизонтали, чтобы получить горизонтальные полосы, либо мы можем затирать ее по кругу. Это кому как больше нравится. В частности, мы будем затирать ее по кругу. Если мы затираем штукатурку по вертикали, то раствор лучше всего поднимать также по вертикали. И если мы затираем по горизонтали, то раствор также лучше наносить по горизонтали. Еще на что нужно обратить внимание, это сушка раствора. Категорически запрещается использовать любые обогревательные приборы. Лучше избегать попадания прямых солнечных лучей и сквозняков. В этом случае у нас произойдет следующее. У нас подсохнет верхний слой, он даст корочку, а внутри раствор еще будет сырой. И когда мы начнем затирать, то верхний слой, он просто сдерет с основания, нижний слой и вся технология будет нарушена. Итак, я вкратце рассказал все нюансы, на которые нужно обратить внимание при работе с этим раствором. И сейчас мы можем приступить к работе.
И вот наша стена уже готова, она затерта, и у нас получился вот такой вот караед. Так как у нас в штукатурке достаточно грубый наполнитель, то мы затирали эту штукатурку по кругу. Если бы мы ее затирали сверху вниз или слева направо, то у нас получились бы достаточно грубые борозды, и смотрелась бы эта штукатурка не так красиво. Дальше мы закрасим ее фасадной водоэмульсионной краской, так как это у нас все-таки балкон. А на этом все. Смотрите мои другие ролики и подписывайтесь на мой канал.